Дощовик чи парасолька? Запитаємо у миколаївців. Дощовик, звісно. Чому? Тому що так воно повністю накриває тіло, а так же то під зонтиком воно тільки голова, а все остальное воно ж мокре. Ні, все-таки зонтом. Ну, голова більше сухая, тому що дощовики постійно злітають. А вітер? Ну, вітер, не вітер, вроде зонт крепкий, тому нормально. Зонтом. Ну, более мобильно его сложить, разложить. А чем не мобильные дождевики? Ну, дождевик мокрый сложил, и куда его ложить? А да. Зонтик на руку повесил, бы. А еще бы светленький такой для лета. Да, более практично все-таки. Но, к сожалению, такого не нашли. Желательно не трость. Дождевик. А вот видите, а мне так удобнее. Спортивный стиль одежды. Зонтом. А почему? Ну, потому что так удобно, практично. Я вообще ни то, ни другое не люблю, но, наверное, зонты. Дождевики. Зонтом. Потому что и красиво, и приятно по зонтикам идти. Видишь все, а дождевик хуже. Хорошая погода.